Так, ну вот тот самый дом, который мне надо. Да, все-таки в этот. Как мне сказал Ивану. Пойдем в дверь постучаться. Что тут еще делать? Холодно-то как. Здесь я одежду с собой не взял. Ну, Ивана. Главное, чтобы меня впустили. А то не впустят, не знаю, что делать. Стучимся. Кто там? Кто там в 1 час учится? Пойду я разберусь с этими негодяями. Кто там? Это я. Кто я? Да я так без одежды. А, это ты, который я тебя звал? Да. Заходи. Спасибо огромное. Что нового? Да так, ничего там. Нормально. Ладно, пошли к моему брату. Он там на кухне. А хотя он все-таки занят. Чем же? Он опять там покупает что-то. Ну, это у нас такое. Кстати, давайте я покажу свой подвал. Давай. Давай спускаемся вниз. Ай, боль. После вас. Спасибо. Вау. Что, прикольно, да? Мне тоже нравится. Да. Блин. Я опять не учитал. Тпхнулся я. Ого, у тебя тут что, компьютер? Да, я на нем снимаю видео. Понятно. У меня даже телевизора нет, чтобы посмотреть. Ты что? Не только можно на телевизоре, но и на телефоне, планшете, на компьютере. Вот как раз у меня есть компьютер. Давид, у нас, кстати, гость. Если что, я тебе предупрежду. У тебя что, там еще и брат есть? Ну да. Понятно. А чё ты там делаешь? Да, я так работаю. Работаю. Ну, Давиду сегодня некогда. Он опять там по холодильнику что-то шарится. А чё, он тебе всегда такой? Да, такой у нас. Это не вкусно, это надоело. Яна, нас кушать нечего. Так иди в магазин, сходи. А сколько там доширак стоит? Тебе что, доширак нужен? Чипсы из доширака. Иди побыстрее, магазин тебя закроется через 3 часа. Купить много себе мясик еще. Всем пока. А что ты ему сказал, что здесь гость? Ах, так не стал говорить.